расскажи свои ощущения вот по 70-летию. По теме 70-летия. Что я вам скажу? Очень благодарна я вам всем, и детям, и невесткам моим золотым, и зятю моему дорогому. А мне? С вами обсудим позже. Он хоть маленечко это, ну... Воспрял. Воспрял, на себя похож. Ну, конечно, я скажу так. Это я был. Ну, не хочу я ощущать 70 лет. Ну и реально, так бы на 60 я бы согласилась. Ну и в то же время скажу, слава Богу за все. Я так конечно благодарна Богу, что у меня такое здоровье сейчас есть. Ну, болит коленка, я не хочу про нее никому говорить. Никому. Да, так только вам по секрету. Да, да. Вот. И все. Голова стала болеть. Ай, ладно, тоже не буду говорить. Ага. А вообще охота, вот мне такое желание послужить вам всем. Ну, а чем, сама не знаю. Ты и так служишь. Мне. Охота. Ты и так служишь. Ну и с папой мне охота бы еще бы... Эх. Еще бы лет 50. До коронной дожить. Это сколько будет? Итого еще 25. Ого. Немножко. 23. Совсем ничего. Ой, слава Богу за все. Да, так благодарна. Я за все благодарна Богу. Что скажешь? За все. Запомните это всегда. Я никогда не роптала. Все, я никогда не говорила, что мне там тяжело. Это по воле Божьей. Я все сама справлялась. Почему? Ну я сильная. Понимаете? Валентина. Я сильная. Вот. Ну иногда так. Над собой начинаю работать, чтобы я ничего не забывала. Особенно сегодня сказала, буду над собой работать, чтобы не забывать. Подошла телефон на зарядку ставить. И думаю, надо над собой работать. А то, правда, забываю, как эту повернуть зарядочку, так или так. А потом взяла эту зарядочку, другой конец в розетку пихаю, тут же. Она не входит. И думаю, ой, мама милая, капец мне. Вместо вилки, да? Штепс. Ну ладно. Слава Богу за все. Начали. Не считай уходящие дни. Все придет в положенный срок. Ты и смерть свою как сестру полюби, ведь она нашей жизни итог. И устав от мирской суеты, тихо день догорит за спиною. У порога оставить цветы молча. Дверь затвори за собою. Дверь затвори за собою. Mm-hmm.